Друзья, всем привет! Связал сегодня такую манюшечку, очень красивую, беленькую, из кавказской пряжи. Вот остался такой клубочек. Начала вязать шарфик. Шарфик вяжу вот в этих спицах. Вот такие вот две спицы. Набрала 40 петельчик. Вот 40 петельчик у меня. Здесь идет 2 лицевые петельки, 2 изнаночные. И теперь вяжу шарфик на двух спицах. Первую петельку я снимаю, как всегда, как положено, как нас учили в школе в кружке вязания. Вторая провязывается изнаночной. Потом провязываются 2 лицевые петельки. Вот. Провязываются 2 изнаночные петельки. 2 лицевые, 2 изнаночные. Шарфик буду вязать и буду мерить. Какая длина мне нужна, такой длины я буду вязать. Сегодня до вечера планирую довязать шарфик. На кончиках сделаю кисточки. Можно сделать из белой пряжи, а можно сделать кисточки из серой пряжи. Вот такое вот вязание у меня получается. Вязать я очень люблю. Когда я училась в школе, у нас был кружок вязания. И девочки ходили на кружок вязания. И наша классная руководительница вела этот кружок. Вот она нас научила вязать. Вязать я научилась в 4 классе. Такое вот вязание у меня получается. Доходим до конца ряда. Друзья, кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео. Такое вязание у меня получается.